Всем добрый день! 30 июня в 10:00 в Черногорске, Республика Хакасия, на стадионе «Шахтер» пройдет юбилейный марафон боевых единоборств. Данное мероприятие проводится 5-й год подряд при поддержке администрации города Черногорска и угольной компании ООО «СУЭК Хакасия». За эти годы сформировалась команда единомышленников и единоборцев из разных населенных пунктов Хакасии. В этом году заявки на мероприятие подали 7 видов единоборств и более 300 единоборцев. Федерации и клубы различных видов единоборств, такие как дзюдо, бокс, айкидо, киокусинкай, самбо, армейский рукопашный бой и рукопашный бой. В числе приглашенных гостей глава города Черногорска Белоногов и генеральный директор ООО «СУЭК Хакасия» Килин. От лица филиала Российского союза боевых искусств Республики Хакасия хотел бы выразить благодарность нашим партнерам ООО «СУЭК Хакасии», ЗАО «Хакас Взрыв Пром» и «Бентонит Хакасия». Всем удачи, занимайтесь спортом, в здоровом теле, здоровый дух. Ус!